Привет, Жень, доброе утро. Доброе утро, Милана. Жень, тебе доброго дня. У нас тоже уже обед в разгаре. Юль, привет! Да, это тебе я начала рисовать. С твоего позволения, надеюсь, ты не будешь против. Я вот взялась, вот посмотри на такой формат. Я вырезала два листочка бумаги. Это не получается такого формата. Сейчас я берусь за первые полевые цветы, которые я уже рисовала. Ну, а потом будут композиции с васильками. Ну, у меня пока ребенок заснул, думаю, подключусь в эфир, пока тишина у меня редкостная. Обычно шумно. Ага. Ну, шедевров тут еще, наверное, много. Ну, надеюсь, что получится. То, что хочется видеть в итоге. Я взяла плотную бумагу. Тут, по-моему, даже не 300 грамм, а поплотнее она такая прям. Даже ее не прикрепляя к планшету рисую, и она не будет деформироваться, мне нравится в этом плане. Плюс выбрала не хлопковую, а целлюлозную. Цвет должен получиться насыщенный, не съеденный бумагой. В общем, люблю на такой рисовать. Вот в данном случае сейчас применяю смесь из цветов для себя новую, для получения зеленого оттенка. Понравилась она мне очень. Из изумрудной и такой коричнево-оранжевый. Получается красивенький зеленый цвет, который можно регулировать в сторону теплого или холодного. Доброе утро. Мне неудобно читать и рисовать, поэтому я так, в общем-то, не планировала сегодня ничего рассказывать, просто порисую.
Доброе утро. Пока, Юль, хорошего дня. Но сегодня настолько пасмурно и темно, что мне приходится рисовать под искусственным светом. Хотя стараюсь этого обычно не делать, но выбора сегодня нет. У нас прям такая очень холодная, дождливая осень. Дома очень холодно, на улице тоже. Спасает только теплые акварели. Это будут... Нет, не с натуры, к сожалению. Это я повторяю свою же работу. Я ее рисовала, да, с натуры, когда из леса привезла букет полевых цветов. Сегодня у меня, к сожалению, уже натуры нет. Я делаю повтор своей же работы. Уже, видимо, в этом году с натуры не порисую. У нас уже все тут засохло, завяло. Осталось совсем какие-то крохи из растительности. Так что, наверное, сезон рисовальный с натурой цветов, по крайней мере, таких, которые растут у нас, в этом году завершен. Доброе утро. Спасибо большое. Хоть и бумага целлюлозная, но я все-таки стараюсь. Стараюсь в один слой сделать, но второй я, конечно, добавляю, потому что в один слой достаточно сложно сделать все затемнения, которые хочется показать. Ну, два слоя все равно получается довольно-таки прозрачно. Тем более вот акварель такая очень уж прозрачная, прям
рисую, сама наслаждаюсь. Зеленый цвет такой прям настолько он классный. Что ж, прям кажется, сам светится. Ну, тем более, когда техника такая, не предполагающая много лессировок, способствует этому свечению. Очень удобно смешивать зеленые, не брать полностью готовый, хотя я обожаю готовые зеленые цвета, но практически никогда не пользуюсь ими в чистом виде. Вот даже в данном примере, кое-где мне нужно взять зеленый более теплый, такой оливковый, а кое-где более холодный. И вот этим смешиванием я могу хорошо варьировать этот цвет либо в сторону теплого, либо в сторону холодного. И если я беру гольный зеленый, вот прям чистый, ни с чем не смешивая, то я эту возможность теряю. Хотя я очень люблю зеленый. Вот здесь вот и в смеси он есть готовый зеленый, просто к нему подмешиваю. Hi everyone, I thank you so much. Дайте немножко тепла, теплые страны. Что-то слишком уж холодно как-то. После зимы, кажется, такая погода, температура прекрасная, а что-то после лета уж слишком холодно. Выходишь на улицу и не помогают ни куртки, ни шапки, уже ничего не помогает. И дома отопления нет вообще. Просто ужас. Thank you. Какими красками рисую? Я рисую своей палитрой. Она смешана. Смешанная палитра такая сборная. Причем периодически я ее модифицирую, совершенствую под себя. Но в данном случае в основном в использовании Миджела мне в последнее время не очень понравились. Как-то часто я не стала рисовать Тернер. Как и был желтенький у меня от Тернера. Тоже такой прозрачный цвет очень. Ну, почти ушла от Ван Гога. Как-то вот совсем он мне стал не к душе. Ну, за исключением нескольких цветов, которые я оставила в палитре, они мне нравятся. Остальные цвета я убрала. И то, если бы я имела эти цвета, может быть, и другой фирмы, возможно, я бы взяла их. Пожалуйста.
Карман довольно маленький, поэтому тут приходится так вырисовывать. Thank you so much. У меня так висит телефон, что не могу сразу читать. Поэтому я сегодня без общения.
Да, конечно. Так, реально, сейчас секундочку прочитаю. Расскажите, пожалуйста, как вы стали рисовать художественную? Нет, я же вообще рассказывала, да. Я не ходила в художественные школы, училась я самостоятельно. Причем начала учиться как-то вот даже без мастер-классов, как-то вот захотелось мне попробовать рисовать и взяла лист бумаги, тогда еще обычные альбомные бумаги. Акварельные краски у меня были гамма. Фотографию енота. И решила попробовать отключить мозг. Думаю, дай-ка вот никто не видит и никогда, быть может, не увидит эту картинку. Думаю, дай-ка я попробую. Мне понравилось. Хотя, конечно, не техники, я тогда еще не знала рисования, ничего такого. Вот, а потом уже начала смотреть мастер-классы. Потом я прошла несколько курсов онлайн. Вот офлайн я нигде не училась. У меня корочек таких вот бумажных нет. А училась и учусь именно вот через интернет. И больше всего, конечно, знаний дает практика. Часто я часто рисую. При любой возможности я рисую. Это акварельная бумага Хани Мюлли. Про стоимость работы, да, это больной вопрос. Поэтому я думаю, в России вообще очень сложно продавать работы по достойной цене. И мои работы стоят совсем недорого. Но я успокаиваю себя тем, что работы у меня много. И работы, как я называю, они больше учебные у меня. Если я пишу на заказ, то я не обычно трачу не 20 минут на работу, как обычно. Все, у меня работы быстрые. А я более вдумчиво работаю, хожу, обдумывая сюжет, цвета, которые буду использовать, и уже вкладываюсь по полной в такую работу. А как стоимость сформировать, я даже не подскажу. Мне кажется, вообще вот именно менталитет страны, наверное, не позволит продать работу, по крайней мере, вот в начале своего творческого пути, дорого. Тут даже ничего не подскажу. Ну, как я говорю, лучше уж пусть кому-то работы доставляют радость, чем они у меня будут лежать в столе. Поэтому я работу свою выставляю за цену доступную, как мне кажется. Но это не призыв к действию. Это лично мое отношение.
Доброе утро. Спасибо большое. Кисть отжимаю. Да, я, кстати, в своих видео уже говорила, что очень удобно отжимать кисть. Вот я безымянным пальцем на край банки. Я салфетками пользуюсь редко для этих целей. Отжимаю либо рукой, либо край банки. По поводу учеников. Нет, не беру учеников. Сейчас нет, сейчас я занята. Вообще-то у меня обучались несколько человек. Так бывает. Ну, вот как будто ничего не было. Thank you so much.
Доброе утро. Спасибо. Да, Женя, у меня тоже летает. Ну вот хорошо на целлюлозе, можно сразу все убрать, как будто и не было. Вот. На хлопке мне раз так было уже. Пришлось птичек рисовать. Это Ханни Мюлли целлюлоза. У этой плотность 300, если не больше, даже 320, по-моему. Это винета, по-моему, винета. Да, двусторонняя. У нее одна сторона фактурная, вот эта, ну, такая классическая фактура, а вторая сторона у нее гладкая. У меня из нее сшита акварельная книга моя, которую я заполнила. Мне очень она нравится. То есть с двух сторон она легко выдерживает, она очень деформируется. Видишь, я ее даже не при клеивала, и другая сторона, она идеально ровная. Ну, правда, и рисунок тут такой реденький, не густой. А еще у меня есть Ханни Мюлли Британия, по-моему. Да. Или Бургунд, подожди, Британия вроде. Она потоньше. Она 280 идет. Вот она. А, Бургунд называется, не Британия. Она не оленя собралась рисовать. Вот она прям потоньше. Значительно. А это 320 вроде. Прям очень мне нравится. С чего я рисую? Я рисую со своей же картинки. Я рисовала летом, еще прошлое лето. Набрала букетик полевых цветов и рисовала с него. А сейчас я рисую повтор своей же работы. Так, осталась одна веточка вот здесь цветов. Серенькие такие, беленькие, они беленькие были. Желтыми серединками. Белое на белом рисовать сложно. Точнее, не сложно, но оно будет невыразительно. Поэтому я хочу пустить вот здесь вот листья зелененькие. И попробовать, чтобы не добавлять новых никаких красок. Можно серый намешать из желтого, розового и ультрамарина, которым я, собственно, и пользовалась. А можно попробовать в ультрамарин добавить той зеленой сиены, наверное, не получится. Которую я использовала в зелени. Не будет серого цвета красиво. Поэтому, наверное, своим привычным способом мешаю. Да, зеленый получается. Совсем не то, что надо. Поэтому беру, вот он у меня синий, розовый, и сюда добавляю желтый. Получается супер серый. Можно его сделать потеплее. Какие-нибудь вот здесь цветочки. Бело-серый изобразить.
Можно в сторону желтенького пустить и в крутить. Выделятся они только тогда, когда я сделаю подложку, фон в виде листика. Сейчас их не будет видно. Сейчас я их рисую, чтобы знать, как обходить, в каких местах. Так вот они абсолютно невзрачные, их не видно совершенно. Торшон Хони Мюлли. Ага, вот у меня большими листами же не есть. Но у меня не торшон, хотя может она и торшон называется, не знаю даже. Называется она бургунд вроде бы. Или британец, что-то я сама забыла уже. Но беру ее часто. У нас выбора-то нет, я ее заказываю, жду по месяцу. Мне приходит по 10 листов винета. Винета это точно всегда я заказываю. Для меня это уже как воздух. Большинство всего я на ней рисую. А вот вторая, я из нее шила скетчбук, маленький вот этот, на котором рисую, тоже очень сочно так получается вообще. Поэтому вот, не знаю даже как, вот я этот шила из нее, видишь, прям тоже очень сочно получается. Но она не такая плотная, как винета. Но все равно две стороны она легко выдерживает. Сейчас вот это дело подсохнет, я сделаю лист подложки и все, наверное. Можно чуть-чуть сейчас темноты добавить на желтенькие листочки. Водичку поменяем.
Доброе утро. Доброе утро. Написано про кисти, наверное, говорили уже много раз. На моем канале есть видео, да, там есть про кисточки. Ссылка в профиле. Я думаю, что все, в общем-то. Можно оставить так. Такой очень легкий прозрачный рисунок. Больше его не нагружать. Только потом немножечко вот эти вот места доработаю. Свет сейчас искажает, потому что работаю при искусственном освещении. Потом свежим взглядом гляну. Спасибо огромное за сердечки. Все, всем хорошего дня. Всем пока-пока.